Шлосберг с нами на связи. Лев Маркович, очень рад вас видеть. Айдар, Маша, здравствуйте. Да. Расскажите, пожалуйста, что произошло вчера, как это все началось и как это все происходило? Вчера был обыск, уже не первый у нас дома. За последние 2,5 года это третий обыск, начиная с марта 2022 года. К нам пришли гости в 7 часа утра. Это Следственный комитет и большое число сопровождающих лиц. Следователь, руководитель следственной группы, известил меня о том, что возбуждено накануне 1 октября уголовное дело в отношении меня по якобы неисполнению так называемых обязанностей иностранного агента. Предъявил решение суда, санкцию на проведение обыска, после чего в течение 2 часов в квартире, где мы живем с Жанной, и в квартире, где живет мой отец, Марк Наумович, и там, где мы зарегистрированы, проходили 2 обыска 2 следственными группами. В 8 часов, около 8 часов утра оба обыска завершились. После этого мы с адвокатом Владимиром Даниловым проехали в Следственный комитет, в Следственное отделение по городу Пскову, и я ответил на вопросы следователя. Дальнейшее зависит от следствия. Все, что я считаю нужным сообщить следствию, я сообщил. А что они искали? И как связано с обыском? И что они изъяли? И как связано вообще между собой неисполнение, что там... значит, вот этих всех обязательств иностранного агента и обыск. Как они связаны? Связаны достаточно просто. Все люди, кого включают в реестр иностранных агентов, находятся под особым политическим присмотром. И в нашей жизни, в наших действиях, публикациях усиленно пытаются найти нарушение закона. Моя позиция, позиция адвоката, позиция других моих представителей заключается в том, что никаких нарушений законодательства по иностранному влиянию я не совершал. Я думаю, что много людей, наверное, тысячи людей читают мои социальные сети и видят, что так называемую плашку я ставлю всегда, то есть просто всегда. Нет ни одной текстовой записи, ни одной видеозаписи, которая была бы мной произведена, где бы не было этой плашки. Вот сейчас «Живой гвоздь» ведет трансляцию со мной и, соблюдая правила юридической безопасности, ставит плашку, как и всем тем людям, кто внесен в нашей стране в этот репрессивный реестр. Учитывая то, что особым родом интереса следствия со времен возникновения интернета являются действия в интернете, это фактически отдельная категория интереса, отдельная категория, как они полагают, нарушения закона. Поэтому на любом обыске ищут технические средства, компьютеры, ноутбуки, телефоны, какие-то другие гаджеты. Это стандартный подход. Ничего нового в этом смысле во время обыска не произошло. Я не буду комментировать результаты обыска, поскольку это вопрос следствия. То, что они увидели, они изъяли. То, что не изъяли, то не изъяли. Так или иначе, для рассмотрения этого дела, для расследования этого дела не имеет абсолютно никакого значения, что и где изъято, либо не изъято, потому что предметом интереса являются вещи, которые могли быть размещены любым человеком из любой точки мира, с любыми техническими возможностями. И фактически для того, чтобы установить, было нарушение закона или не было нарушения закона, а никакие технические средства, принадлежащие человеку, не нужны. Вот такой подход сложился в нашей стране, и я предположу, что, может быть, и не только в нашей стране, что когда что-либо связано с интернетом, то ищут то, с помощью чего человек может выходить в интернет. Поэтому ничего нового. Они у вас пароли требовали? То есть вы должны были открыть все эти устройства? Нет, обыск проходит иначе. Я сказал следователям, что вот квартира, где мы живем, мы здесь отдыхаем, мы здесь спим. Это не рабочее место, это частное пространство. И они могут располагать этим пространством для всех своих действий. Вот наша гостиная, вот наша спальня, вот наша кухня, вот ванная, вот уборная, вот коридор. Соответственно, в этих пространствах у нас и у папы в течение 2 часов шли 2 обыска. Лев Маркович, а я правильно понимаю, вам вменяют, что вы не ставили эти самые плашки в публикациях? Или что лежит в основе? Да, по договоренности с адвокатами и другими юристами, которые поддерживают меня во всех этих делах, мы согласовываем все, что выходит в свет. Я понимаю, что аудитория «Живого гвоздя» намного больше, чем аудитория моего телеграм-канала, но вчера после допроса, вернувшись домой, я сделал запись в телеграм-канале, где объяснил, что да, уголовное дело возбуждено 1 октября. У этого дела довольно долгая предыстория, оно не 1 октября, естественно, родилось. Постановление о возбуждении уголовного дела издано 1 октября. В этом деле я сейчас подозреваемый, я не обвиняемый, обвинение не предъявлялось. Учитывая, что наша правовая позиция существенно, если не сказать полностью, отличается от позиции следствия, я эту позицию детальнейшим образом изложил следователю. Эта позиция зафиксирована в протоколе допроса, в присутствии адвоката. Все, что считал нужным, я заявил. На все обстоятельства, имеющие юридическое значение, я указал. Все точные даты, документы, которые необходимы для того, чтобы подтвердить законность нашей позиции, а не позиции инициаторов этого уголовного дела, я также следствию сообщил. У следствия есть возможность оценить эти доказательства с учетом того, что они вчера от меня узнали. Поэтому я всегда исхожу из того, что человек имеет право и должен заявлять свою правовую позицию детально, обстоятельно, спокойно. Когда ты понимаешь, что ты прав, ты должен объяснять, так установлено при уголовных делах, почему, на каком основании ты прав. Я объяснил следствию вчера, следователю, что в моих действиях отсутствует состав уголовного преступления, о котором идет речь в этом уголовном деле, и, соответственно, оснований для привлечения к уголовной ответственности нет в принципе, то есть они отсутствуют. Дальше следствию предстоит проанализировать то, что они считают нужным в рамках закона, возможно, задать еще какие-то вопросы, произвести еще какие-то действия. После этого они будут принимать решения. Правильно ли я понимаю, простите, что по существу вы большего сказать нам сейчас не можете? По существу я не могу сказать большего, потому что я считаю неправильным вести диалог со следствием через средства массовой информации. Все, что нужно было сообщить, я сообщил. Все мои ответы исполнены в точном соответствии с тем, как я их сказал. То есть я прочитал текст перед тем, как подписать ответы на вопросы. И, соответственно, именно так, как я сказал, так и оформлено в протоколе допроса. Как с вами обращались, как с вами обращались? Все ли в порядке? Как себя вели силовики? Вы понимаете, когда приходит следователь в сопровождении, я так понимаю, это был СОБР, людей, кроме следователя никто не предъявлял удостоверений, учитывая, что я знаю в лицо некоторых сотрудников Центра Э, они присутствовали там, я просто их знаю. Псков маленький город, мы все знакомы, ходим по одним улицам. Было силовое обеспечение, и были понятые, которых я ранее, скорее всего, не видел. То есть было довольно много людей, учитывая то, что 2 следственные группы, одна в нашей квартире, одна в папиной квартире. Людей было много. Безусловно, когда к вам в гости приходят в 6 часов утра, проводят обыск, при этом есть силовая поддержка, скажем так, люди с кувалдами, это не выглядит визитом вежливости. Вот, но никакие силовые методы воздействия не применялись. Вот, мы с Жанной сказали, что да, у нас есть, естественно, ключи от квартиры, где мы прописаны и где живет папа. Вот, но войти туда можно только вместе с нами, потому что мы должны зайти в его комнату, мы должны его разбудить, извиниться, сказать, что папа, у нас очередной обыск, дать ему возможность одеться и, собственно говоря, принять гостей. Поэтому я был в нашей Жанной квартире. Жанна была в момент начала обыска рядом с папой. Потом я также с ним общался. Сказать, что на нас было оказано какое-то физическое давление, я не могу. Но ситуация обыска сама по себе является определенным способом общения властей с человеком. Это понятно, это очевидно. Лев Маркович, вашему папе 95 лет, правильно? Да. Как он себя чувствует после этого? Вот третий обыск, в том числе и в его квартире. Папа родился в Пскове в 1929 году. В марте этого года, 30 марта, ему исполнилось 95 лет. Его ученикам, он преподаватель физики и электротехники, примерно 12 тысяч его выпускников, техников, технологов. Это практически все псковские заводы. Все псковские заводы 60-х, 70-х, 80-х годов. Вот когда был день рождения, приходили выпускники, им 70. Им 70. Вот. Папа молодец, все, что я могу сказать. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 11 лет. Его успели увезти в эвакуацию, как и маму. Тогда они еще не были знакомы между собой. Это было за 3 дня до вступления немцев в Псков. Иначе бы мы сейчас с вами не разговаривали, потому что все евреи, оставшиеся в Пскове, были уничтожены. Вот, поэтому папа много что прошел в своей жизни. Он человек сильный, очень сильный, ответственный. Мы постоянно общаемся, каждый день мы рядом друг с другом. И вот сейчас мы с вами пообщаемся. Утро настало, я к нему зайду. Вчера мы вместе ужинали. Вчера был, я думаю, что многие из вас знают, еврейский Новый год. Поэтому вечером мы сели втроем с папой и Жанной, выпили папину наливку, которую он делает сам. Поздравили друг друга с Новым годом. У евреев есть такая известная фраза: «Сладкого Нового года». На Новый год дарит мед, как пожелание хорошей, сладкой жизни в будущем году. Вот мы выпили за сладкий Новый год. Да. Лев вы говорите, что это третий ваш обыск. Вот можете, как, чем-то они отличались между собой? Как вот да, они отличаются тем, власть взаимодействует с вами вот в таком неприятном процессе? Вот можете сравнить их? Это три разных уголовных дела. Я не буду описывать конкретную фактуру, но объясню, чем они отличаются. Первое уголовное дело появилось буквально через несколько дней после введения закона по военной цензуре, которые были приняты, вы помните, за один день, 4 марта 2022 года. И рядом с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым нашлись люди, которые придумали идею, что вот в Псковской области есть такой маленький, на несколько сотен подписчиков, анонимный телеграм-канал, где обижали Михаила Юрьевича Ведерникова, писали про него какие-то критические вещи. И меня, и еще свыше 10 человек, по-моему, было 12 человек, я сейчас не помню, пытались обвинить в том, что мы пишем тексты для этого канала и ведем этот канал. Я об этом канале узнал только в процессе обыска, который тогда даже проходил без санкции суда. Суд давал санкцию уже после обыска. Это было утром 18 марта, я помню день, об этом много писали медиа. И, собственно говоря, когда к нам пришли, мы поняли, в чем суть. Все, кто был в Пскове, тогда уже не все были в Пскове, в начале марта, в середине марта, мы подали в суд заявление со спариванием самого постановления о возбуждении уголовного дела. Вот, суд отказался признать его незаконным, потому что значит, обыски надо признавать незаконными, а если признавать обыски незаконными, надо компенсировать ущерб, то есть моральный ущерб в материальном виде, деньгами. Такое для российской судебной системы невозможно, но дело рассыпалось, просто рассыпалось, потому что оно было дутое полностью. А второй обыск был связан с совершенно другим человеком, который уехал из России как раз в марте 2022 года, а обыск был спустя более чем 2 года у нас дома. А кому-то пришла в голову мысль, что раз я когда-то был знаком с этим человеком, то у меня дома и у папы дома может быть какая-то информация об этом человеке. Но обыск прошел, ничего не было установлено, на этом закончилось. Это уголовное дело, этот обыск отличается тем, что это уголовное дело возбуждено непосредственно в отношении меня. То есть это указано в постановлении о возбуждении уголовного дела. Там высказана позиция следствия. Учитывая, что у следствия сейчас отсутствуют доказательства моей вины, я нахожусь в статусе подозреваемого, а не обвиняемого. Соответственно, задача следствия – найти доказательства вины, мои задачи – доказать свою невиновность. Вот такова ситуация с этим делом. Еще один вопрос. А какие в настоящий момент ограничения на вас наложены? Я должен являться незамедлительно по вызову следствия и суда в течение предварительного расследования, собственно, следствия, и в течение суда, если дело дойдет до суда. Соответственно, я подписал вчера обязательство о явке. Мы обменялись со следователем телефоном. Соответственно, когда он звонит, я должен его посетить. А вы не можете выезжать за пределы России или... Это никак не связано с выездом за пределы России. Обязательство явки – это обязательство, получив вызов от следователя, прийти в то время, которое будет оговорено. Вот что такое обязательство явки. Это не ограничение определенных действий. Но, учитывая, что, мне кажется, в каждом первом случае возникает эта тема, я могу ответить на ваш вопрос. Я не собираюсь никуда выезжать. Но при этом вы можете... что, даже если это все будет идти к заключению, к под стражу и так далее, к обвинительному приговору, несмотря на это? Айдар, мы живем в очень тревожное время в нашей стране. Никто из нас не хотел, чтобы это время настало. Никто не ждал этих испытаний. Никто из нас никак не содействовал тому, чтобы эти испытания, эти времена настали. Но вот так случилось, что эти времена настали. У политика есть выбор. Всегда есть выбор. В такой ситуации тоже есть выбор. Меня впечатлило в свое время, по-моему, в последнем «Аватаре» фраза «выбора нет, потому что выбор сделан». На самом деле глубокая философская фраза. Поэтому я могу только сказать, выбор сделан. Я живу и работаю здесь. Здесь живут мои близкие, папа, Жанна, внуки и другие близкие нам люди. Мы рядом со своими близкими людьми и рядом с теми людьми, кому важно, что здесь в России у них есть представители. Политики, представители в политике. Именно с той политической позиции, которую занимает партия «Яблоко», и я как одно из лиц партии «Яблоко». Понятно, что риски есть. Я вполне рационально и трезво оцениваю ситуацию. Эти риски напрямую исходят и из законодательства о военной цензуре, и из законодательства об иностранном влиянии. Оно же специально принималось для того, чтобы вот такими способами бороться с политическими противниками. Не на выборах, не на общественных площадках, не в дискуссиях на «Живом гвозде», а вот таким способом. Это ведь тоже аргумент. Поэтому ситуация неприятная, она достаточно сложная, потому что пока свет в конце туннеля есть, но, скажу мягко, он достаточно далеко. Поэтому мы несем сейчас риски, мы понимаем эти риски, и каждое наше слово несет в себе потенциальные риски. Вот такая выпала эпоха. Вот такая нам выпала эпоха. Поэтому нужно эту эпоху прожить так, как получится прожить. Вот так. Но при этом ни на вашу, скажем так, на ваше выступление в медиа, ни на непосредственно ваши обязанности никаких ограничений не наложено. То есть вы по-прежнему выполняете все то, чем вы занимаетесь, как вы работаете, ставите плашки. И, в общем, продолжаете действовать. Маша, я как будто ничего не произошло. Да. Будто бы ничего не поменялось. Нет, Маша, вот последнее не так. Я понимаю, что произошло. И все разумные люди понимают, что произошло и что может произойти. В этом смысле картина дополнилась. И дополнилась не самыми радостными событиями. Вот я работаю российским политиком. Это моя основная работа. Я хочу и пытаюсь делать эту работу здесь, сейчас, в России. Это не самая легкая и не самая безопасная работа сейчас. Но я хочу попытаться, и я пытаюсь прожить это время рядом с теми людьми, для кого я здесь важен. И моих родных и близких. Это имеет огромное значение. Это очень важно, что мы рядом друг с другом, что наша семья живет как семья, а не семья на расстоянии. Я не хочу общаться с папой, с женой, с близкими людьми на расстоянии. Это вообще совершенно другая жизнь. Я не хочу, чтобы эти обстоятельства, чтобы новые обстоятельства в моей жизни влияли вот настолько радикально на мои отношения с близкими людьми. Я не хочу, чтобы они разломали нашу семью. Это очень важно. И для меня очень важно продолжить общение с теми людьми в нашей стране. Их много. Я не знаю, сколько. Ни одна социология сейчас этого не покажет. Но я предположу, что в стране в целом это миллионы людей. Это не тысячи, это миллионы людей. Кому нужна другая политика, другое отношение к людям, другое законодательство, по сути, другая власть. И это форма политической борьбы. В каком-то смысле сейчас политика, альтернативная политике действующих властей, это политика сопротивления. В какой-то части это политика морального сопротивления, а в какой-то части это политика публичного политического сопротивления. Ведь все то, что является предметом интереса, в том числе и силовых структур, говорится открыто. Это же не тайная переписка, это не подметные письма, это не анонимные телеграм-каналы. Я же когда выступаю, я выступаю под своим именем. Ну, видео понятно, тут еще и картинка есть. Я пишу тексты не для анонимных каналов, я пишу на своих страницах, в своем телеграм-канале. То есть это открытая политика. Да, сейчас такая атмосфера в нашей стране, что открытая политика несет в себе риски. Но как мы хотим вылезать из этого всего? Как мы хотим выбираться? Через подполье? Как сказал один выдающийся правозащитник, в подполье можно встретить только крыс. Это же известно. Я категорически противник революции. Категорически противник силовых методов в политике. Я категорически не приемлю ставку на оружие, хоть внутреннее, хоть внешнее, в политической борьбе. Я совершенно не хочу, чтобы к власти в стране приходили новые большевики под любыми знаменами, любого цвета, через насилие. Это приведет к еще одной, не дай бог, очередной трагедии в нашей стране. Я мирный политик, я мирный человек. Все, что я сейчас могу делать в общении с людьми, я могу говорить. То есть я – это слово. Мне представляется, что это слово, которое звучит в России, изнутри России, имеет для людей значение. Может произойти все, что угодно. Мы живем в ситуации, когда через час, через день, через любое время может произойти все, что угодно. Я это понимаю. Мои родные это понимают. Папа это понимает. Жанна это понимает. Партия «Яблоко» это понимает. Нам досталось это время. Понимаете, так случилось. Мы делали все, что могли для того, чтобы оно не настало. Чтобы страна была другой, чтобы политика была другой. Но мы не смогли спасти эту эпоху. У нас не получилось. Это не означает то, что мы должны отказаться от страны и перестать считать российское общество своим обществом. Это наше общество. Оно может быть больно, оно может заблуждаться, оно может находиться в тяжелейшем состоянии. Какая-то часть этого общества может к таким политикам, как я, и ко мне лично, относиться крайне скверно и даже опасно. Но в России, как и в любой другой стране, другого общества нет и не будет. Вылезать из этой ситуации, из этой бездны, из этой катастрофы будет этот народ, не какой-то другой, никого с Марса не завезут. Я хочу попытаться найти этот путь вместе с этими людьми. Я считаю, что мы востребованы в нашей стране, что наша задача говорить с людьми настолько, насколько мы сейчас можем это делать. Чтобы те люди, кому нужна свободная и демократическая Россия, могли нас слышать. Вот как раз вопрос из чата. Даже два, я сразу их объединю, если позволите. Первый, поддерживают ли вас жители Пскова? И второе, получили ли вы поддержку от «Яблока»? Каким образом вот вас поддержала ваша политическая партия? Знаете, я еще не успел ответить на все письма и сообщения, и звонки, которые были вчера. Потому что я был вне связи в течение 4 часов. И даже когда я вернулся на связь, сообщений было так много, со всей страны и, по большому счету, со всего мира. Из Пскова написали очень много людей. Я не считал. Но общее число личных сообщений, только личных сообщений, это число трехзначное. Вот так, как я его вижу. Партия в курсе с самого начала. Когда все началось утром, я, естественно, успел сообщить не только адвокатам, но и партии о том, что происходят такие события. Я общался и с Григорием Явлинским, я общался с Николаем Рыбаковым. У нас есть полное понимание действий, которые нужно производить сейчас по защите и подтверждению своей позиции. У нас есть постоянный адвокат в Пскове. У нас есть юристы, которые поддерживают меня во всех делах, связанных с этим дискриминационным статусом. Они также в курсе этого дела и помогают мне доказывать отсутствие в моих действиях вины. Все те люди, кто может мне помогать, все помогают. Все. То есть я могу сказать, что это неприятная ситуация. Она высветила тех людей, кто поддерживает меня. Может быть, я об этом вообще не знал до вчерашнего дня. Но вчера эти люди написали и сказали: мы с вами, мы с вашей семьей, мы не знакомы с вашим отцом, мы не знакомы с вашей женой, мы с вами не знакомы. Лично передайте слова нашей поддержки вашим родным. Мы с вами. Очень много таких обращений. Знаете, вот здесь, пожалуй, есть важная вещь, которую нужно сказать. В каком-то смысле оппозиция не выбирает власть. Власть выбирает общество. Отдельный вопрос, какие в России сейчас выборы, мы все это знаем, и как они работают на несменяемость власти. Так или иначе, эта машина существует, эта власть существует. Но у власти всегда есть возможность выбрать оппозицию, потому что за ней сила, за ней большинство. У нее, собственно, в руках государство, государственный аппарат. И власти несут ответственность за то, какую они выращивают оппозицию. Если их устраивает оппозиция в виде боевиков, я обобщенно скажу, то тогда оппозиция представлена боевикам. Если власти понимают, что рано или поздно им придется начать серьезный, глубокий, тяжелый общенациональный диалог для того, чтобы страна не рухнула, чтобы не началась гражданская война. Им нужны такие политики, как я. Им нужны такие партии, как партия «Яблоко». Потому что без нас из катастрофы не выйти. Невозможно. Я прочитал несколько сообщений. Вот те мои помощники, кто ведет мониторинг средств массовой информации, сообщили мне, что вчера, вот с момента начала публичности, когда кто-то из гостей, мы предполагаем кто, но при отсутствии точных сведений я не буду это озвучивать, слил видео начала обыска одному из пропагандистских каналов в половине десятого. Мы как раз в это время сидели у следователя на допросе, и мне адвокат показывает: смотрите. Мы, естественно, показали следователю, обратили его внимание, что происходит, потому что никакие посторонние люди не присутствовали на допросе, только те, кто был включен вот в эту группу визита. Так вот, с этого момента и до конца дня около 1300 различных упоминаний. И среди них мои помощники показали мне высказывания людей, которые занимают другую политическую позицию в нашей стране. Другую. Они в целом поддерживают власть. У них существенно отличаются с нами представления о том, какой должна быть внутренняя и внешняя политика России. Но несколько этих людей вчера открыто, и я им признателен за это, написали тексты о том, что они против такого политического преследования, именно потому, что такое политическое преследование уничтожает шанс на национальный диалог и по существу подвигает страну к гражданской войне. Эти люди сочли необходимым высказаться таким образом. Это важные высказывания. Нам рано или поздно придется говорить со всеми людьми в стране. Со всеми. У этих людей и к моменту этого большого диалога будут очень разные мнения, очень разные позиции, очень разные оценки как прошлого, так настоящего и будущего. А вариантов только два. Либо вести мирный диалог внутри страны и приходить к решениям. Где-то компромиссным, где-то, может быть, менее компромиссным. Но избежать гражданской войны. Избежать крови при столкновении людей разных взглядов внутри страны. Это важно, что сейчас есть люди, которые говорят о том, что нужен гражданский мир, И нужно говорить с политиками других убеждений не с помощью дубины, не с помощью оружия, не с помощью суда и тюрьмы, а с помощью диалога. Это тоже определенное развитие российского общества. 99% России находится в России. И политиков, и совершенно частных лиц. Понятно, что среди нас есть, и это неизбежно в такой тяжелой ситуации, кризисной ситуации, есть люди, которые сейчас несовместимы. Но если эту несовместимость доводить до гражданской войны, то будет окончательная катастрофа. Если на место этой несовместимости придет возможность разговаривать, не вешая ярлыки на шею иностранных агентов, врагов народа, национальных предателей и так далее, тогда у страны появляется шанс. Понимаете, не только у нас лично, а у страны появляется шанс. И тогда, в том числе, те люди, которые вынуждены были покинуть страну, и до 22 года, и после 22 года. Не все, наверное. Но многие смогут вернуться, потому что в атмосферу гражданской войны возвращаться, ну, просто опасно, убьют и все. А в атмосферу мирного процесса, когда страна пытается пережить состоявшуюся трагедию и выйти на мирный, цивилизованный, свободный путь развития, в такую страну возвращаться не страшно. Вот я хочу, чтобы тысячи и тысячи людей, которые покинули Россию, в том числе и вы, лично вы, имели возможность через какое-то время, не знаю через какое, не знаю, доживем ли, все может быть. Но хочу, чтобы была возможность вернуться в мирную страну. Это очень важно. Это долгая дорога, быстро по такой дороге не ходит. История в таких ситуациях не позволяет двигаться скачками и прыгать через лестничные пролеты. Это будет очень долгая дорога. Но другой дороги нет. Либо гражданская война, либо путь к национальному миру, осознанию ошибок, осознанию преступлений, осознанию трагедий. Ведь вопрос даже не в том, какие решения будут выносить будущие суды, хотя это важно, когда они станут судами, настоящими судами. Вопрос в том, что будет думать, как будет воспринимать произошедшее общество. Ведь вся трагедия нашей страны в конце 20-го, начале 21 века, вся, буквально вся, связано с тем, что в России, уже в новой России, после распада СССР, не произошло широкого, подлинного, общественного, политического осознания состоявшейся при большевиках катастрофы. То есть катастрофу 20 века, 17 по большому счету из 14 из 1905 года, и даже с русско-японской войны 1914 года, всю катастрофу 20 века, Россия не осознала, не прожила, не смогла сделать из нее глобальные выводы. Это колоссальная ответственность российских властей начала 90-х годов. У них был в руках ключ к спасению страны. Но не было предпринято действий, которые позволили бы обществу понять, большевизм неприемлем, политические решения, политические репрессии неприемлемы, неприемлемы политические казни, неприемлемо насилие в политике, неприемлемы фальшивые выборы. Вот эту точку, решающую точку, в начале 90-х годов, наша страна проскочила по умолчанию. Ну вот, коммунизм побежден, сейчас будем строить капитализм. А сначала нужно было объяснить обществу и помочь обществу осознать, что возвращение в ту катастрофическую эпоху недопустимо, потому что если не вылечить тот большевизм, то придет новый. Вот мы в нем и живем сейчас. И теперь мы имеем с ним дело. Теперь мы несем ответственность за эту эпоху, в которой, по большому счету, абсолютно большинство из нас не то что не виновны, не ответственны, потому что решения принимали другие люди. А некоторых еще в живых не было, когда эти судьбы страны решались в конце 80-х, начале 90-х. Но все, время состоялось, оно прошло, его невозможно. Время это время, как, извините, мясорубка. Из этой котлеты уже не сделаешь корову. Нужно выращивать новых коров. Нужно обращаться с людьми, как с людьми, у которых есть будущее. Понимаете, все, что мы делаем сейчас в России, мы каждому человеку, самому пропащему, самому отчаявшемуся, самому ошибающемуся, говорим, у тебя есть будущее. Но это твое будущее состоится только в том случае, если Россия будет мирной и свободной страной. В другой стране у тебя не будет будущего, потому что тебя либо убьют, либо просто искалечить твою жизнь и жизнь твоей семьи. Вот на этом мы пытаемся собрать страну, на понимании общего, свободного и мирного будущего, где у людей будет возможность жить. Мы, по большому счету, борцы за жизнь. Мы борцы против смерти, за жизнь. Вот что мы сейчас делаем. Для всех. Лев Маркович, сотни сообщений. Да? Сотни и сотни сообщений поступают в чат со словами поддержки. И люди спрашивают, можно ли как-то вам помочь. Ну, первое, спасибо всем, кто пишет. Я очень признателен. Я, наверное, не один день еще буду отвечать на те сообщения, которые поступают личным образом. Я, наверное, могу сказать, что сейчас в серьезной поддержке, как и всегда, но сейчас особенно, нуждается команда Псковского яблока. Это большая команда, это одна из сильнейших демократических команд в России сейчас. Это очень смелые, очень честные, очень порядочные, ответственные люди. Они живут и работают в России. Некоторые из них очень молодые, 20, 21, 22 года. Некоторые мои ровесники. И если кто-то может помочь Псковскому яблоку, как обычно, это пожертвование. Уж извините, я воспользуюсь вашим вопросом и отвечу. donate.яблоко60.ру. Это сайт сбора пожертвований для Псковского яблока. Вся команда работает. Команда вчера не рассыпалась. Вчера было очередное испытание не только для меня и моей семьи, но для всей команды, потому что мы все связаны друг с другом. Мы работаем друг с другом каждый день. Вчера вся команда, где бы люди ни находились, в Пскове, за пределами Пскова, мы же большой регион. Все мне написали слова поддержки и то, что они рядом. Поэтому, если есть возможность продолжать помогать или начать помогать Псковскому яблоку, то, пожалуйста, помогайте. Это шанс на ответственную, независимую, мирную, демократическую политику в нашей стране. Еще раз хочу сказать, каким бы статусом я ни обладал, да, меня внесли в реестр. И не только меня. У партии «Яблоко», по-моему, уже 10 людей внесено в реестр. Пожертвования легальной политической партии, безопасны и законны. Да, мы можем принимать пожертвования только от граждан России, только с российских счетов, только в российских банках. Мы полностью российская организация. Никакого иностранного влияния у нас нет. Если можете помогать, приходите. donate.яблоко60.ру. Мы будем очень признательны. Все, что мы делаем потому, что нас поддерживает сотни людей каждый месяц из десятков регионов России. Поэтому не только я могу говорить с вами, я же не частное лицо, я один из лидеров команды. Без команд в политике ничего невозможно делать. Одиночки не вершат политику. Они могут сильно изувечить историю, политики-одиночки, но выправляют историю, спасают историю. Именно политические команды. Потому что только они могут взять на себя ответственность за общество, ответственность за страну. Мы такая команда. Лев Маркович, да. Спасибо вам большое. Огромное. Да. Ну, во-первых, привет и поддержка вашей семье. Мне кажется, это важно. Может быть, это важно. Даже важнее, чем поддержать лично вас, поддержать вашу супругу и вашего отца. Вот. Спасибо. Ну и да, берегите себя. Остаемся на связи. Спасибо. Спасибо. Да. Обязательно. Я очень надеюсь, что мы увидимся уже в ближайшее время вновь в эфире. Я надеюсь, большое. И большое спасибо всем тем, кто смотрел эфир и поддерживал. Это очень важно. Это показывает, что российское общество существует, что оно не уничтожено, не разгромлено. Большое спасибо всем. Спасибо. Лев Шлосберг был с нами на связи. Да, заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг, политик, наш гость сегодня. Спасибо.